1-1. Какая темпераментная дама работает на стадионе. Объявляет всем зрителям, что на 28 минут гол был забит в пользу Москва-Локомотив. На чистом русском. Приятно. О, Градский, кстати, много. Не играл, не играл. И вот вышел. Молодец, девушка справилась. В пользу Локомотив Москва Дмитрий Сычев забил. Него. И теперь я думаю, что с нечистой совестью. Сейчас его чистая совесть будет. Послушайте объявление по стадиону. И... Сапатов. Ну что ж там перебивает немец? Сидит рядом, перебивает девушку. Сапатов у нас появился на поле. Я сказал вам о том, что в перерыве постараюсь познакомиться с диктором. Тем более, что комментаторская позиция позволяет. А сейчас, кстати, давайте еще послушаем объявление, кто появился у штурма. Нет, что-то как-то вот с ним тяжелее, с Перкером. Так вот, это миловидная блондинка, немка, местная, может быть, из Австрии, не знаю уже, но точно она к России имеет такое отношение, что просто учила русский язык. В общем, девушка симпатичная, вот, объявляет симпатично, честно говоря, так даже незабываемо, я не сталкивался с такими дикторами на арене. Сколько шарма, ну позвольте, сударь, ведь, да? Игрок номер 5 вышел, а на поле зашел. Вот так вот. Красиво. Придаст скорости. Придаст скорости и надо не забивать третий мяч. Это как ни крути. 2-1. Ну, тут все красиво. Тут все красиво. Зашел Владислав Игнатьев. Лак. Дмитрий Сычев. Молодец. И Филиппа Кайседо. Уже устала девушка. И вновь, вновь произошло. Как-то особенно понравился Филиппа Диктова, да? Так заулыбался она в конце.